Всем доброе утро. На работку пришла. В таком виде я сегодня. Кому интересно, кому не интересно, не смотрите. Так что сейчас проходили мимо. У нас там улицы ниже живет племянник. Вот. Ну, сын сестры мужа. И у него есть собака Йоркшир. Вот. И, короче, она сегодня родила щенят. Прям вот только сейчас. Я сейчас прохожу такая мимо. А он такой: Оксана! Я говорю, опять этот, как его, дедушком стала, потому что она уже второй раз рожает щенят. Я говорю, да, я зашла к нему. Они такие малюсенькие, только-только родились. Чарли мой, когда маленьких, вообще он очень их боится. Поэтому он даже не зашел. Думаю, ведук. Смотрите, тут какой. Комбинашка. Комбинашечка. Все такая белая. Белая. Вообще я платья очень люблю. Летом я всегда их ношу. Только платья и юбки. У меня ни одних брюк нету. Вообще летних нет брюк. Потому что ну, жарко очень. Какие брюки? Не-не-не. И зимой я тоже часто ношу юбки и брюки. И вот зашла. Они такие малюсенькие, правда, совсем не интересные, потому что ну, только родились, говорит. Прям вот, говорит, мне кажется, она еще рожает. У меня еще есть. И вот у них уже 3 собаки, потому что им жалко отдавать. Они рождаются, им жалко, ну, не отдавать, а продавать. Они их продают. Вот. И говорит, эти сейчас прям одного... Там тоже родственники одни просили, говорит, а остальных в интернет и продавать, Ну да, вот 3 собаки уже, куда с ними с ума сойдешь? Я с одним-то. А Чарли мой, когда вот эти маленьких, и он, видимо, чует, что там что-то происходит, и он прям весь задрожал такой. Что-то тоже происходит. Весь задрожал, даже не хочет зайти. Я говорю, он боится маленьких, да? Он сейчас дрожит. Идите, сняла покрывало, сейчас пойду стирать. Просто вчера я полотенце стирала. Не знаю, высохли, не высохли. А вот надо еще покрывало постирать. Ты что, испугался, что ли? Ничего страшного. Ты подумаешь, маленькие. Он обычно к ним домой заходит всегда. А в этот раз он так мимо пробежал. Я ему говорю, а что с ним? Я говорю, чего боится, говорит. Ладно, будем работу работать. Даже если нет клиентов, то все равно работа есть. Либо пыль вытирать, полотенца стирать, складывать их. В общем, работа всегда есть на работе. Приехала в Лидл за хлебом. Я тут хлеб люблю черный брать. Больше его нигде не продается. Ну и, естественно, зайду в Киаби. Сережки мне очень запали в душу. Ой, очки подождут, потому что ну, все равно еще не сильно пользуюсь очками. Вот. А вот серьги мне, да, прям в душу попали. Buena. No tengo. Видите, везде эти попрошайки. Они меня уже задолбали. Нет у вас 50%? У меня что, на лбу написано, что я, да? Ни старик, ничего. Стоит вот просто попрошайничает. Ужас. Где же они, где же? Где-то тут были. Кстати, я на той стороне ничего не смотрела в прошлый раз. Так, я хотела... Подождите. То ли я не вижу. А, вот они, более сиреневые. Так. Хочу вот... Вот этим. Или поменьше видела. А где поменьше, уже не видела. Может быть, они здесь? А, да, вот. Или вот эти. Блин, даже не знаю. Я такие большие никогда не носила. Попробовать. Вообще большие вот такие никогда не носила. Это как-то не в моем стиле. Но попробовать хочу. Здесь двое. 8 евро. А вот тут что у нас? Красивое. Есть что-нибудь? Тут все черное. Здесь, видите, по цветам. Жемчуг разный, все дела. Ладно, возьму вот эти.
и за хлебом пойду. Вот мои серьги. Мне, конечно, непривычно, такие небольшие. Вот эти как-то получше. Они легкие, они пластмассовые, видимо. Ну, непривычно, конечно, непривычно с такими серьгами. В голове моей туманы, маны. Ну, ничего, можно так для разнообразия. Так что-то она как-то вот так. Вот так стоит. Шо, блин? Шо это такое? Просто жуть. Пойду сейчас кушать. Кушать я сегодня буду щи. У меня там осталось немножко, только для меня. Мужу замариновала я курицу с утра. Ну как замариновала. Вот тут лимончик, специи и все дела. Он тут маринуется, ему сделаю. И картошку ему пожарлю. У него сегодня будет праздник живота, потому что жареную картошку мы едим. Когда он себе ее жарит, в общем, пожарю с лучком и с перчиком. Так, как здесь называют, потатала повары. Вот. Ой, блин, а я же на завтра рыбу хотела делать, а у меня же тут крылья есть. Индюшачьи. Крылья же тоже нужно делать. В общем, не знаю. Я тут набрала... Ну, хлеб это понятно мужу. Там мусорные мешки зачем-то тут лежат. Спаржу взяла. Я же рыбу завтра хотела делать. Брокколи и хлеб. Все, больше я ничего не взяла. А утром себе заварила лошадиный хвост. Ладно, буду, в общем, завтра, как родитель говорю, обедать. И потом уже буду ему жарить. Вообще сначала спрошу, приедет он ли по обеду, потому что знаете, как много раз бывает, я тут жарю, парю, а он потом бац и не приедет. А картошку жарю, ну нет, я конечно ее съем, как же я откажусь что ли? Но это уже завтра, так что нужно сначала спросить. Смотрите, как вкусно у меня будет сегодня кушать муж. Я бы сама не отказалась от вот этого вот тарелочки и жареной картошки, яичко, курочка. Это такая вкуснятина. Но все это не для меня. Ну что, ну хоть поглядеть-то, понюхать-то я могу. Летает. И уносит меня. Знаете, почему пою эту песню? Потому что холодно. Ветер ледяной. Передаю 22 градуса, но ветер прям ледяной. У меня я одела еще вот такие тонкие эти. И пятая точка у меня вся прям это, мерзнет. У меня же всегда пятая точка, нос и уши мерзнут. Ну и руки, естественно. Ну и ноги. Не, ну ноги, так как я иду, они горячие. А вот пятая точка совсем прям это, подледенела маленечко. Хорошо, хоть куртку одела, а то прям как чувствовала. Да вот тут вот черемой еще не обрезали, хотя пора. Там еще есть мелкие, на них висят. Кстати, сестра мужа говорит, что вот эти мелкие, которые, они самые вкусные, самые сладкие. Я черемой не люблю, поэтому мне как бы по барабану. Я даже ее в этом году ни разу не покупала. Нам сестра давала пару раз, но она у нас лежит, и приходится ее выбрасывать. Хотя она очень полезная, даже от рака там что-то. Ну, я уже говорила на эту тему, что там... Всякие фрукты от рака или еще от чего. Это все, как говорится, сколько тоннами надо съесть, чтобы какую-то пользу принесла. Мне так кажется.
Здесь много всякими собаками гуляют. Это я знаю, она не как это сказать-то, господи, не опасная, что ли. Оля. Вот, поэтому я не боюсь. Вообще видно, когда собака опасна и когда нет. Потому что хозяин, как при виде меня с собакой, всегда его, как говорится, пристегивают. Вот мы сейчас вышли, там один с овчаркой был. Он нас увидел и сразу пристегнул собаку. Может быть, она не опасная, но, как, знаете, чтобы избежать всяких там казусов. Мой-то шпендель, малявочка. Так что вот так вот у нас прям ветер, вот ветер ты могуч. Что у нас? Картошка растет. Здесь только вот всходит, а там подальше уже прям собирать скоро надо будет. Скоро у нас будет картошка новая. Вы знаете, очень много сажают картошки. Но в магазине, как не посмотришь, она вся с французская. Странно. А так очень много картошки сажают. Видите, вот так вот в пленке, через пленку делаю дырочки, и вот так она растет. И не надо ее ни окучивать, ни полоть, ни поливать. Откроет там вот один заслончик, и полив идет уже вот таким образом. Не растут никакие сорняки. Вот видите, вот картошка, и вот картошка. Она уже почти для собирания годится. Копать можно. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, трали-вали. А вот таким образом поливают, я вчера показывала. Так, а если ты мандыкнешься, кто тебя вылавливать будет? Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам. Пам-пам. Ладно, пойду я домой. Пить что-то хочется. Сделаю себе чаю вкусного. Какого-нибудь травяного. И буду смотреть. Нет, не буду смотреть. Надо стирку. Темные вещи положить. И еще кое-какие дела сделать. Тарам, там. А вот видите, тоже черемоя. Это уже обрезали. Вот они. И от того, вот когда их обрежешь, раньше или позже, они будут давать плоды. Раньше или позже. Вот эти ранние будут черемой, потому что их уже обрезали. Вот так летом они будут стоять без листьев. Ну не, к лету-то, наверное, вырастут. Да. Моя рыба побежала, такая моя сладкая. Свой любимый парк сейчас побежит. Смотрите на мои тюльпаны. Они уже распускаются. Уже и уже пахнут вкусненько. Такие прям классненькие становятся. Как вкусно пахнут. А вот эти, наоборот, загибаются. Видите, от них уже ничего не остается. Но продолжает пахнуть. Очень жаль, что так быстро все проходит. Ой, подсела на сериал, называется «Другие». Поствоенное время. Это вообще что-то с чем-то сериал, короче. Всем советую. Классный. Уже четвертую серию смотрю. Не могу оторваться. Вот пока смотрю, сделала себе маникюр вот такой няшный. Смотрите, какой маникюрчик у меня. Няшнинский. Это все Кико лак. Держится довольно-таки дождь. Вот это вот уже задело, короче. Я же не могу на месте сидеть. Вообще у меня ногти очень хорошо растут. Ногти и волосы всегда у меня как бы проблем с этим не было. Ну, сам по себе, правда, у меня волос не очень. Но это уже природа. От этого ничего не сделаешь. Когда он короткий, его кажется очень много. Но когда он растет... Очень сухой, и концы обламываются. Чем бы я ни пользовалась, ну, я парикмахер. У меня, знаете, сколько шампуней было, всяких много бальзамов, масок. Ой, чего только не было. Натуральные, ненатуральные, авокадо с маслом оливковым наносила. В общем, я свой волос берегла, феном не сушила, краской не красила. Но у меня сам волос вьющийся, сухой,
Сколько бы масла на него не носила, сколько бы масок на него не носила, все равно он... И, короче, ну, как бы сам волос такой, да? И, ну, не жалуюсь. Вот он у меня вот как есть, как говорится, не выпадает. Вот что я хочу сказать. Вот, а вот такой пушок мне не нравится. Это нужно каждый день диффузором его надо было укладывать, пенкой. На это у меня времени нету. Да, моя сладкая рыбка. Блин, ну дай с людьми пообщаться. Ну как чувствует? Как начинает с кем разговаривать, начинается у него любовь. Полюби меня такого. Да. У меня вообще волос был года 4 назад, знаете, ниже лопаток. Это самый мой рекорд был. Ниже лопаток, да. Вот, но опять не то. Надо было укладывать. И концы ломались, и потом у меня просто 3 волосинки в 5 рядов концы. Здесь много, а концы косичка вот такая была. Но я не к тому. А ногти вот у меня всегда хорошие. Я их всегда, ну почти никогда не ломаются, и всегда их через каждые 2 недельки я их спиливаю. Потому что слишком длинные я тоже не люблю, мне мешает голову мыть, мне мешает укладывать людей, и мне все кажется, что я их окорябаю ногтями. Вот поэтому каждые 2-3 недели я их спиливаю. Но короткие сильно я тоже не люблю. Вот такая длина, это оптимальная. Для меня самый, оно, вот такая, видите, длина. То есть вот так. Видите, шрам, смотрите, какой у меня. Помните, пальчик обрезал? Так он все-таки у меня шрамик и остался. Вот такие вот у нас пироги. Хотела про сериал сказать. Вот такой сериал. Другие. 2019 года. Поствоенное время. Я, наконец, закончила смотреть «Мой любимый султан». Тоже мне понравился сериал. Но как-то он, видимо, будет 2-й сезон, потому что как-то закончился непонятно. В общем-то, ну, все понятно закончилось, но как бы продолжение 100% будет. Вот такие у нас пироги. Че, сейчас пойду чай сделаю и еще серию посмотрю. А куда деваться? Сегодня, по-моему... А, сегодня тоже по телеку у нас сериал один тоже начинается. Про президента там. Не начинается, а 2-я серия. Кстати, а у нас Испания без президента сейчас. Представляете? Мы опять без президента оставили. Его почему-то отклонили. Был у нас Санчес такой симпатичный мужчина. Вот. И почему-то его отстранили. Вернее, ну я в политике не очень. Так, новости иногда включаю. Там он что-то с кем-то не договорился опять с этой Каталунией, которая пытается все отсоединиться от Испании. Я вообще не понимаю. Ну, хочешь отсоединяться, да отсоединяйся, ради бога. Ну, хотя испанцы тут говорят, нет, ты что, это же Испания, это же мы всегда были там плотным народом. Политик. Я в ней не разбираюсь. Ну, и вот увидела сегодня, что... Без президента остались. До 28, по-моему, апреля. 28 апреля будут выборы. И там, наверное, опять его уже выберут. Потому что этот президент, он попал тоже не путем выборов. Его назначили на этот пост. Ну, в общем, суть вы поняли, да? Что страна находится без президента, без шефа. Вот так. Что же теперь будет? Ой, ничего не будет. Знаете, испанцы никакие. Они, знаете, какие? Они вот покричать им бы, пошуметь. Вот даже до драки. У них очень редко доходят драки. Они вот любят пошуметь, погорланить. Вот даже в барах там, да, вот. Ну, чтобы вот, как наши русские, допустим. Они не шумят, они встанут и тебе пум в морду и дали. Эти нет, эти шумят. Что-то там кричат друг на друга, угрожают друг на друга, но в основном дальше дело этого и не заходит. Нет, конечно, есть и драки огромные, есть всего на всего, но испанцы очень редко. Это бывает там драки между какими-то другими национальностями, скажем так. Вот, поэтому от испанцев много шума, но как собака лает, но не кусает. Это не про моего Чарли. Мой Чарли и лает, и может типакнуть. Так, что хотела еще сказать-то? Ничего не буду вам говорить. Завтра уже четверг. Еды полный холодильник.
И картошка еще осталась, я ее сделаю завтра тортилью мужу. И курицу он эту не съел, он не любит курицу, ему свинину давай, я свинину, у меня в холодильнике нету, у меня либо курица, либо это, как это называется, паву, индейка. Ну, для него индейка и курица это все одно и то же. Поэтому еще и суп у меня остался, который фасолевый, одна тарелка. То есть, как одна. Была целая кастрюля, я ее распределила по таким плошкам у меня есть и заморозила. Всю еду всегда замораживаю. Даже щей заморозила на одну порцию. Мне там оставалось. Вот. И на одну тарелочку у меня супчика осталось. Так что завтра я себе ничего не буду готовить. Хотя, а ну нет, ничего не буду готовить. Или знаете как, на завтра сейчас... Послезавтра я же работаю, правильно? Мне не будет времени на готовку. Я, наверное, курицу оставлю на послезавтра, а завтра я приготовлю крылышки. У меня там есть крылышки от индейки. Я их сейчас замариную в остричном соусе с горчицей и соевым соусом. А завтра их пожарю или в духовку запихаю. В общем, посмотрим. И овощи. У меня же овощи есть всякие. Точно. Так и сделаем. А суп тогда с курицей уже в пятницу, чтобы я быстренько пришла с работы, поела и потом опять на работу. Да, какая я умная. Ну все, планы вы мои знаете. Буду с вами прощаться до завтра. Чарли уже ушел наверх. Не знаю, что он там будет делать в ночи. Может быть, просто посмотреть на улицу. Потому что днем он постоянно там торчит, загорает. Солнечные ванны принимает. Нет, уже спускается. Видимо, неинтересно. Так что все, буду с вами прощаться. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Не болейте. Скоро весна. Так что болеть нельзя. Пока-пока. И до завтра. Скажи всем до завтра. Скажи всем пока-пока. Ну, скажи. Не хочет.